сейчас! Так, 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 уйдите отсюда, уйдите, уйдите! А что это? Это алкогольный магазин? Нет. А вы не могли бы уйти и зайти заново? Хорошо. Что это? Это алкогольный магазин? Да, сэр. Будьте добры мне лимонную настойку, Маргарет. Прошу, сэр. Спасибо. Прошу прощения, вы вообще смотрели на дату? Да, сегодня 28 мая 2018 года. Слава Жань! Слава Жань! Слава Жань! Уйдите! Уйдите отсюда! Уйдите! Я имел в виду дату на бутылке. Все в порядке. Годно до 2022 года. В порядке? Мне нужен испорченный алкоголь. У нас таких нет. Вы чего? Я не пью обычный, он меня не вставляет. Мне нужен испорченный алкоголь, перебродивший, такой, чтобы... О! Нет. Ну, а хотя бы, чтобы крышечка проворачивалась. Нет. Ну, а есть у вас вино такое, когда, которое открывали, не было штопора, его вилкой продавливали корок, кусок отпал, забродил, плесень вылазит, я пью такой... Интересно, но нет. Ну, а есть у вас пиво такое, которое открывали от бордюр, кусок стекла выпал внутрь бутылки, и я такой, вау! Нет! А квас Тарас? Вы что, издеваетесь? О, а есть у вас пиво «Веселый монах»? Еще раз говорю, у нас таких нет! Какой-то этот монах у вас не очень веселый. Но зато у него под рясой смешная форма. И это все? Нет, а под смешной формой на всем теле набиты смешные шутки. Татуировками? Татуировками. Например, какие? Предсказывая сильные дожди, ласточки сдирают пузико. Об асфальт. Неплохо. Так, подождите, дайте мне испорченный алкоголь. Например, выдохшийся спирт. О! Нет у нас такого! Здравствуйте. У вас есть сидр, который я только открою, и от запаха весь цех на заводе сразу... Минуточку. Вот, прошу. Что? Вы сказали, что у вас нет испорченного алкоголя? Нет. Для вас нет. Что значит для меня? Вы плохо одеты. Я одет точно так же, как и он. Хуже! Дайте мне испорченный алкоголь! Нет! Давайте поменяемся, я докажу, что он у вас есть. А давайте! А давайте! Спросите, есть ли у меня алкоголь? А, хорошо. А есть ли у вас испорченное виски? О, сэр, конечно, одну минутку. Чего грустный такой парень? Дай угадаю. Был большой дождь, ты взял себе эспрессо, а пока дошел американо? Да нет, я просто... Была слабожанская лига смеха, я там тренер. У меня было две команды, одна хорошо выступила, а вторая — сутулая собака Джеки Чан. И? И у них было два номера. Первый такой смешной был, интересный. Там были разные персонажи, вот. Но я в нем не участвовал. А потом вышел я, и начался второй номер. Я начал говорить какой-то текст, и в зале не было ни одного смеха. И? Я продолжал говорить текст. Люди не понимали, что происходит. Я сам не понимал, что происходит. Просто сплошной текст без единой шутки. И в зале ни одного смеха.
И что, даже после того, как вы сказали, что в зале ни одного смеха, не было ни одного смеха? Какой-то пьяный мужик засмеялся. Ну, а вы пытались как-то изменить ситуацию тогда? Конечно, конечно. Я пытался добавить немножечко актерской игры. Я пытался разговаривать очень детским и смешным голосом. Я даже пошел на радикальные меры, но... Рассмешил только одного человека. А потом вышел какой-то персонаж, я уже обрадовался, что сейчас начнется веселье, а оказалось, он вышел не вовремя. Вот. Я сижу такой и думаю, почему я, тренер, не участвовал в том первом смешном номере? Вышел бы пьяным монахом, тоже было бы прикольно. А так я сижу тут. Хорошо, а допустим, если бы вы участвовали в том первом номере, да, кого бы вы хотели сыграть, кроме монаха? Наверное, тебя. Так давайте поменяемся. Давай. Слушай, а если бы ты играл в том первом номере, кого бы ты хотел сыграть? Наверное, тебя. Так давай поменяемся. Слушай, а если бы ты играл в том номере, кого бы ты хотел сыграть? Наверное, тебя. Так давай поменяемся. Давай. Слушай, а если бы ты играл в том номере, кого бы ты хотел сыграть? Наверное, тебя. Так давай поменяемся. Слушай, а да, если... Да, я понял. Тебе не кажется это странным, что мы в настоящем показываем прошлое, которое будет в будущем? Думаешь? Смотри, вот я сейчас ударю тебя по щечину, но больно тебе будет до того, как я это сделаю. Давай проверим. Было больно до пощечины? Я не помню. А сейчас болит? Болит. Болело до пощечины. Значит, что получается? Если мне нужен испорченный алкоголь, тогда я возьму вот этот вот сидр, возьму что-то грязное и поставлю, кину сюда, поставлю возле чего-то горячего. И так как это было в прошлом, то оно будет в будущем, но быстрее, потому что это сейчас, и тогда он испортится, и я получу то, что мне нужно? Да. Тогда я сейчас возьму что-то грязное. Так, я давно не моргал левым глазом, там, наверное, пыли... О! Так, теперь нужно поставить возле чего-то горячего. Давай я положу. Ага. Вот и смех чуть-чуть. Но это вам надо переживать? В смысле, нам нужно переживать? В той игре сутулая собака Джеки Чан вылетела. Не может быть! Ты что, Эльдар, нельзя такого говорить? Ребята, но это было в прошлом. Если это было в прошлом, тогда если мы сейчас можем сделать то, что было в прошлом, которое повлияет на наше будущее, да, Эльдар? Тогда что бы ты, допустим, принял там в прошлом, которое изменит наше будущее, Эльдар? Я бы советовал вам правильно использовать своего тренера. Ага. Это как, например? Ну, позволить ему раскрыться по-новому, как... Майский жук, который всю жизнь ждал этого, который всю зиму, как куколка в колыбели, лежал на глубине 30-50 сантиметров, чтобы потом вырваться наружу, которого всю жизнь травили пестицидами, он взял и вылез. Он вырвался, полетел навстречу маю, навстречу солнцу, чтобы принять эту героическую смерть от лобового стекла машины. Машины юмора! Вась. Что? А как ты умудряешься держать меня четырьмя руками одновременно? Это не я. А. Короче, вам надо просто, чтобы я в конце спел крутую финальную песню в тему игры, понятно? А, да? И крутая финальная песня в тему игры все исправит? Это луганская сборная все время на этом выезжает. Давай. Ну, если луганская выезжает, тогда и сутулая выйдет.
Ну что, спой нам песню, парень. Ну, для начала плесни мне чего-нибудь горяченького. Кипяток подойдет. Удиви, давай. Прошу. Алкоголь испортился, будущее наступило раньше, чем я думал. Что же делать, как спасти команду? Спой красивую песню. Я сделаю это, Эльдар, за твою честь. Старый пес, стучит в окно. Все вместе. Старый пес, стучит в окно. Не, ну, Вась. Что? Дурдом вообще. Ну какой? Да, надо в тему игры петь песню. А, в тему? Все, я понял, прости. Старый кот, стучит в окно. Мяу-мяу. Все вместе. Вася, ну нет. Ну какой старый кот? Ты с ума сошел? Я понял, прости. Старый свин, Вася, ну какой старый свин? Ну ты с ума сошел вообще? Ну а что тогда, Эльдар, помоги! Включай. Майский жук, майский жук стучит в окно. Не-не-не, он же стучит. Тук-тук-тук-тук-тук. Вместе. Майский жук стучит в окно. Собака Джеки Чан. И Эльдар Кабиров. До встречи на фестивале абсурда «Сутулая собака Джеки Чан». Как вы поняли, я уже там. Спасибо.